Всем привет, друзья, с вами снова Дэнни, и мы продолжаем играть в игру Observer. Что ж, думаю, надо принять таблетку. В прошлой части мы наткнулись в комнате 210 на труп владельца тату-салона. Как мы подключились? Одному разработчику известно. Пока я не понимаю. Давайте разбираться, посмотрим, что здесь. У нас в квартире. Может быть, что-то интересное я найду. Трость. Да, изделие на заказ. Протез ноги. Что у тебя здесь? Глазной протез. Ага, здесь уже все. 28 минут назад ты погиб. Здесь, видимо, ничего интересного. Что это? Мне кажется, в квартире такого человека что-то должно быть. Что-то интересное. Следы. Следы, я так понимаю, убийцы. Да, наверное. В прошлой части мне... Я не знаю, с кем общается детектив, но... Она мне сказала, что убийца оставляет след. Ну, я думаю, можно выследить его. Ого, сколько крови. Что ж, ничего интересного. А во сне у тебя были хоромы. И стоял диван странный, который прыгал на меня. Кровь. Да. Ага. Все идет к тому, что мы должны найти его. Но я еще не изучил комнату 209. Мне все-таки интересно, что там. Так, журнал обновлен. Давайте посмотрим. Почему, когда становится темно, я начинаю говорить тише? Так, найти владельца. А, да, еще шумные соседи. Интересно, что там в подвале. Все-таки квартира 209 меня так и манит. Мне интересно, что там. Что? 906? Эй, парень, ты заблудился. Похоже, все-таки мне придется сначала встретиться с убийцей. Очень интересно. Оу. Здесь ведь не было прохода. Блин, похоже, я все-таки не посмотрю на комнату 209. Эй, друзья. Там ведь кто-то есть, да? Не обязательно туда. Не хочу я с тобой общаться. Зачем мне тебя искать? Я же тебя не убью. Мне по-хорошему нужен отряд полицейских. Ну или хотя бы дайте мне пистолет. О, кто? Отстаньте. О. 201, 202. Что происходит? Здесь никого. Блин, похоже, детектив теряет контроль. Ничего не понятно. Что здесь происходит? Опять его операционная. Блин, детектива привет опять, мелкие. Сударь, здравствуйте. Ну и куда мне дальше?
Интересно. О, парень, да тебе плохо. Ага, вот оно. Кажется, эту дверь кто-то выносил. Я не очень хочу видеться с этим существом. Ну или тварью. Зачем я иду за ним? Я не хочу за ним. Блин, а назад дороги нет. Шестьсот шестьдесят шесть. Как символично. Сейчас зарычишь, да? А то и кинешься. Блин, фонарик. Ты меня пугаешь. Блин, почему просто не дать мне изучить комнату? Воу. Кажется, его накрывает очень хорошо. Воу. Что опять? Что происходит, блин? Гадость. Кровь, кишки. Мерзость. Мне надо спрятаться. Эй, дверь. Мне не нужны свидетели. Живые. Что происходит? Что за биомасса? Гадкая. Друг, да тебе плохо опять. Report DR-3AD activity within the last 15 minutes. No activity detected. I don't get it. I'm not even plugged in. Am I fucking losing it? Да, походу ты сошел с ума. Зараза. Блин. Где я? На третьем этаже? Надо поставить в аннотации 21 плюс. Не замечал никогда, что там в здании. Что, мы идем в то место, где музыка играла? Блин, да вы дикие какие-то все. Жуткие, страшные. Почему я стал говорить тише? Я же смелый. Давай. Закрывай. Блин, ну здесь играла музыка, я помню. И комната по-другому была. И? Ага, можно взломать. Я стоял, думал, где код взять. Почему он ломает эти терминалы, а предыдущий не мог? Странный человек. Что, две цифры не те? Ну, не знаю даже. Не все перебирать. Блин, это очень долго. Попробуем 54. Нет. Оу. Воу. Воу. Вы меня напугали. Мне нужно найти две цифры, да? Что это за место? Какое оно жуткое. Ух ты. Офицеры, здравствуйте. Кто там у вас? Зачем вы его поймали? Плохой? Эй, друг, подскажи мне код. Ты не знаешь. Нет,
Я не хочу в подвал. Вы никуда больше меня не пускают, да? Ох, как я не люблю подвалы. Хотя здесь вроде уютно. Кальянная. Что это? Что за мерзость? Мне нажать? Жутко. 69. Какое интересное сочетание. Значит, 20-69, да? Я понял. Только я до сих пор не понимаю, что это за воспоминания. Или в чьей голове опять. Подключился и даже того не видел. Что у нас тут? Улица. Вся игра сводится только убегать не вокруг одного дома. Да, 20:69. Это было просто. Всего лишь походили по сознанию детектива. Кровь. Жуткое место. Надеюсь, тут никого нет. Какая разруха. Это из твоей головы, детектив? Что мне даст то, что я найду убийцу? Я же с ним не справлюсь один. Он уже трек положил. Я думал, арбуз. Воу. А сейчас мы привлечем внимание убийцы. Блин, придется. Беги, 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 беги. И все? Я думал, кто-то прыгнет. I need to ask you some questions. Тут еще живые люди есть. Shh. Keep your voice down. He'll hear you. Жуткий у тебя голос. Who will? The one of many shapes. We don't speak his name. Друг, расскажи мне про знаки. Protection. They used to keep him. Защита, да? There's no one here. He's old. I won't let him hurt you. I can't. How? He's coming. He's coming. Он идет? Где он идет? Воу. Воу-воу-воу. Куда? Беги, 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 беги. Блин, он сзади. Воу, где я? Эй, Фогги. Да вообще охренеть, друг. Это ж твоя голова. Да ты сам охреневаешь от происходящего. Что тут? Листочек? Воу. Нет, ну в лесу хотя бы относительно безопасней. Хотя навряд ли от него можно убежать. Что делать? Куда бежать? Куда идти? Белочки? Лисички? Кто-нибудь? Руди! Спаси меня. Что делать? Я не понимаю. Что это было? О, серьезно? Ты все это время где-то находишься? Блин, интересно. Ну куда дальше? Ага. Еще раз. Спасибо. Блин, очень запутано. Воу. Бинго.
Бинго. Ты что-то нашел в своей голове, да? Что это за место? Ну и что? Только что было написано, что журнал обновлен. Тебя кто-то контролировал отсюда? Где я? Не понимаю. Чип. Ничего особенного. Ни бесплатного кофе, ни арбуза. Бесполезная комната. Что ж, пойдем дальше. Все, тебя отпустило? Наконец-то. Блин, да чего ты странный детектив. По-моему, у тебя что-то не так с головой. I'm right on your tail. Он пошел наверх? Нет, друзья, я не хочу за ним. Так, ёптит. Сзади что-то непонятное. Давай посмотрим. И все-таки я хочу изучить сначала это место до конца. Не конкретно эту комнату, а вообще в целом. Мне кажется, что это упустил в первом этаже. На первом этаже. Ладно, с этим мы закончим попозже. Пойдем на первый этаж. Come to the door, please. Just want to talk. Who are you? Did Chiron send you? I'm with the KPD, if that's what you're asking. Seriously? We haven't had a call. Well, yeah. Good luck. Ничего особенного. KPD, I need to talk to you. You broke it. No use. Nuh-uh. Would you get these? Крики. Is everything up? What? Do I? Yeah, you gotta be strict. Kiss them not. Что за жена? You know the tenant. Dad, talk shooter. I don't seven, huh? Okay, so it. Yeah, well. Could you give? Maybe. My son might have been staying in that apartment. Well, why don't we lost time? Sign of the time. No, you don't. I swear. Yeah, I can. Young, probably in his 20s. Have you seen anything suspicious around them? Nah. You're so nervous. Nuh-uh. Shut the. Not up. You bet your ass. Is there? Yep. I've been working my way up. Yeah. Ну да, тебя поздравляю. Поехали дальше. What? What do you want? Got вот и восьмой кто-то есть. KPD. Oh God. Ага. KPD, может быть, пятый кто-то есть? Get away from me, man. I got a piece on дай мне пушку. Мне она it. Пригодится. No, oh, I know how... Тебе нечего сказать. KPD? Угу. Впереди тоже кто-то есть. Do you know what's going... The building is... Shit. Да, расскажи мне про жильца номер 7. Hey. I'm not sure if anyone even knows. Oh God. I mean, sure, that's. Just take a deep breath. Of course it is. Why wouldn't it be? I'm just. Can you talk? Well, what do you want to? Yeah, you know, Gorski the Giant was fighting Killer Cromer today. Очень интересно, где не фанат. Of course I don't. Расскажи лучше мне про сына. Oh well, I. Ever had a look? I don't. Да, ты тратишь мое время. Hang in there. До свидания. Воу. Не пугай меня так больше. Пойдем дальше исследовать. О!
Блин. Я просто ходил и изучал комнаты, ёлки, блин. Это было страшно. Фух. Надеюсь, дальше не будет таких сюрпризов. Hello? Привет. Anyone in there? Yes. 107. I'm Mr. KPD. Oh. Friend. Oh. Already. Ничего особенного. KPD? Stop. Anyone in there? Can you replace with a cop? Что надо? Расскажи мне про подозрительное. Тут какие-то психи выпрыгивают из дверей. Да, ты очень мне помог. А это мой старый друг с глазами. Я все знаю. If I don't find you. You're lying. You think I care? Not like him. He gave me. Да, он же уже умер. Don't you get it? All right. Ясно. Я могу узнать это у него. О, опять машинка. Так, комната не подписана, да? Это я решил осмотреть второй этаж. Вернее, не второй, а там, где 200-е комнаты. На том же этаже, где был владелец тату-салона. Что за гадость? Я не стану это есть. И что это за комната? Ух ты. Кровью? Хайрон. Все-таки это или наркотик, или имплант. Пока непонятно. Похоже, он популярен здесь. Что ж, это была просто комната. Итак, 208. И все. 209. KPD. What's your name, boy? Boy. I like to know who I'm speaking to. По всему. Daniel was. Send me. Tell me, Dan. Yeah. Ржете, как придурки. I know you're from. What? Hang on. What's left? What's wrong? Time. Чемпион. Ты принимаешь наркотики, чемпион. Don't talk on me yet, champ. Oh, no. They stripped you. I get it. Ну, давай поговорим про наркотики. Must be. I suppose. Hey. You know what? Come on, I found a. What? Well, that's too bad. Oh, what? I said I got. I was hoping. All right. Давай, друг, держись там. Ну и что? Мы закрыли дело с этой комнатой. Да? Всего лишь закрыли дело. Надо запомнить эту комнату. Воу! Блин! Птичка, ты. Я вас всех здесь перебью. Вы заколебали меня пугать. Ей-богу. Это очень страшно. Да что ты? Блин, вы меня поймали. Гребаные двери, гребаные птицы. 205-я. Куда я опять забрел?
сектора я сюда зашел. Здесь я не был, да? Давайте все-таки последовательно, чтобы не заблудиться. Здесь все понятно. Все-таки туда. Фух. Блин, эти птицы. Я их ненавижу. Ты тоже? Да ладно, подозрительно, я уже все. Меня напугали. Давай посмотрим на 205-ю. Он спускался в подвал, да? А может это тот самый шумный жилец? Похоже, да. Похоже, это тот самый жилец. Блин, мне нравятся двери. В туалет, ванную, в прачечную. Кто-то особо не парился, просто выбил двери и... Вот Халк ходил. Ну что, жилец 205-й квартиры. Давай познакомимся. Да, видимо... Видимо, жилец уже не жилец. Блин, сколько тут крови. Ты шутишь? Это похлеще, это вот эту мастера будешь. О, шкуры. Что здесь делают шкуры? Надеюсь, это не человеческие. Что это? Человеческая печень, о господи. Да что за маньяки здесь живут? Человеческое сердце. Блин, что я еще найду? Похоже, в этой комнате живет маньяк. Ого, что за гадость. Кто странный человек. Лечение пролежней всего лишь. Я не буду это читать. Что-то непонятное, блин. Кто ты накосячил, прислал мочевой пузырь вместо печени? Где моя кожа? Блин, эта кожа похожа на кожу консьержа. Какой-то странный человек здесь живет, видимо. Документы. И... Я что-то открыл. Что у нас тут? Швы. Непонятное. Это, похоже, тот еще хирург. Давай почитаем. Ага, в подвале 7441. Думаю, стоит навестить его. Нам нужно найти помещение 28. Давненько я здесь не был. Блин, опять эти шумы. Где эта комната? 32, 34. Наверное, в эту сторону. Да, 20, 29. Здесь у нас 31. Блин, да там хрюшка. 100% хрюшка. Я слышу, как она хрюкает. Все, пора спасать хрюшку. 74-41, я помню. Отлично. Хрюшка, я иду спасать тебя. Блин, жутко.
Честно, мне даже жутко комментировать. Воу, что там? О, господи. Это за биомасса? Что из тебя сделали? Поросенок, ты смотришь мультики? Блин, мне надо тебя отключить, слушай, ты же мучаешься. Наверное, тебе там показывают какие-нибудь беспонтовые обзоры. If I reboot, the sedation program should resume. Or его I could unplug it. Put it out of its misery. Да. Нет, просто отключим его. Все, покойся с миром, хрюшка. Что же мне осталось? Разобраться с последним этажом перед тем, как пойти за убийцей. Ну и давайте осмотримся. Что у нас тут? Ну, какие-то жутковатые звуки. Может быть, снова Руди? Руди! Ты очень предсказуем. Но ты не от тебя звуки, да? Нет, все-таки ты. Зачем ты бьешься головой? Дурачок, пойдем отсюда. Блин, Руди, ты меня пугаешь. KPD, can we talk? Звучит паршиво. I involuntarily understand my correct, don't we? I am. Чем ты там приближаешься к совершенству? What happens if you... I will be... Of what? Cleansed of... If there's... No. Ты станешь чисто роботом? Блин, эта статуя меня пугает. Что там за плакат? Советский? О, господи. Mods don't come... You'll... Suit yourself. That is... You're... Так, вы там... How судите, can you be sure? Спорите. I'm... Это было мне очень интересно. Что делает советский плакат в киберпанке? Еще у него импланты, и он отказывается от руки. Прекрасно. Блин. Что у нас тут? Ну-ка, расскажи мне. Четвертая комната. Just a few questions. The world's at peace, Mr. Куда вы все знаете, что я наблюдаю? You know, I can smell your quantum patterns. So you've... Yeah. They'd jack up to me like a... Truth or... Oh, yes. Satisfied customer. In a way. Mm. Careful, Mr. Странные секс-боты с самосознанием. Что у нас тут? Никого. Значит, остается эта комната. И можно уйти за убийцей. Никто не хочет говорить. Попробуем взломать. Ну давай. Оставь мне две цифры, не найденные. Нет? Ух ты. В этот раз получилось. Воу. Кто ты? Куклы? Ты ведь не прыгнешь на меня? Ты кукла? Блин, надеюсь, ты кукла. Тут нечего смотреть. Или есть? Нет. Чей-то компьютер. Было ужас. Очень странно. Очень странный человек здесь живет. Блин. Давай ты просто будешь сидеть и... Подожди. У тебя были глаза. Если я не ошибаюсь. О, блин. От этого места мурашки. Фу, какая гадость.
Здесь никто не умирает, похоже, никогда. Ну все, с этим этажом мы закончили. Осталось только найти убийцу. Последний этаж. Чердак. Блин, друзья, думаю, на этом хватит. Потому что я и так очень много всего сегодня изучил. Воу-воу-воу-воу. Я ж прощаюсь. Да, думаю, стоит прощаться. Так вот, я изучил очень много комнат. Наверное, все, которые были здесь. Больше никаких дел не осталось, кроме как найти убийцу. И я возле него. В следующей серии мы закончим, я думаю, эту игру. Что ж, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Приводите друзей. Всем пока.